Всем привет, с вами Лензик, и я вот только что пришла с Фикспресса, и хочу вам показать, что же я там купила. Давайте я сейчас вам покажу. Вот у меня пакетик Фикспресс. Сейчас я вам покажу, что же у меня там лежит. Купила я вот такую алмазную вышивочку. Одну я уже сделала, сначала купила на пробу. И тоже сейчас я вам покажу. Вот я сделала. Купила с виноградиками. Вот она, готовая. Такие виноградики красивые. И вот я сейчас еще купила две. Цена 77 рублей. Такая. И еще одна. Вот с ландышами. Такие красивые ландыши. В наборе у нас тут входит в набор... Канва, палочка для нанесения, диск и мозаика. Сама ткань вот эта идет 20 на 20 сантиметров. Состав у нас акрил, полиэстер, полипропилен. Такие интересные ландыши. Мне очень понравилось, хорошие. И держится хорошо, и клеится тоже хорошо. Так, давайте дальше продолжим. Очень понравился, у нас сейчас будет 2020 год, будет год мыши. И в Фикспрайсе уже очень полно всего завезли к Новому году. И мне такая досочка очень понравилась, сейчас вот покажу. Такая мышка, очень красивая вообще. Мне так она понравилась вообще, даже хорошо в подарок кому-нибудь на Новый год подарить. Красивая такая мышка. Написано «Везу счастье». Очень красивая вообще. На мотоцикле с подарочками. Мышка. Так, давайте продолжим. Сейчас еще покажу, что купила. А, купила вот такие масочки. С енотом и с пандочкой. У меня уже такую я одну уже покупала. Вот с енотиком. И с пандочкой. Я уже покупала. У меня вроде была с лисичкой. И мне очень понравились. Прям после этой маски лицо прям такое мягкое, вообще нежное прям. И вот решила купить еще две себе, вот таких, с пандочкой и с енотиком. Так, сейчас посмотрим. Или так. А, маска это увлажняет. Так, сейчас. Для увлажнения эта маска. И с пандочкой, и с енотиком. Такие клевые вообще. Мне очень понравилось. Так, продолжаем. А, купила еще вот такую масочку. Золотую. Золотая маска, пленка. Еще такую не пробовала. Вот такая. Ну, сфокусируйся. Камера не хочет. Напишите в комментариях, кто если такую пробовал, золотая маска пленка для лица, как она. Из такой фирмы я уже у них брала, что я брала у них? А, я брала пенку для умывания. Мне очень понравилось вообще, тоже прям лицо такое мягкое становится. Я вот решила взять масочку попробовать золотую, как будет. Она содержит витамин С, пектины... Так, восстанавливает структуру кожи. Улучшает микроциркуляцию крови. Очень вообще. Потом попробую. Скажу вам, как масочка. Так, давайте посмотрим дальше. Взяла вот такой блокнотик. Так, правильно? А, нет, наоборот. Вот такой. Тут вот так вот мягенькие эти... Кошечки, инь-янь. Прям вообще мнешь так клево, мягенько. Мне он так понравился вообще очень. Тут такие толстенькие, не толстые, а крупные клеточки. Видно, не видно, не знаю. Закладочкой. Вообще очень клевые. Цена, сейчас я вам скажу. Цена 199 рублей. Вот цена, 199 рублей. Очень клево, мне понравился. Для записи прям самое то вообще.
сидеть мять, если плохое настроение, сидишь, мнёшь, и она прям так сразу проявляется, настроение. Кошечки инь-янь, розовенькая и белая, очень клёвый. Так, дальше сейчас вам покажу, что купила. А, еще купила вот такой магнитик. Ну, давай. Такой магнитик с мышкой. Написано «Счастье в дом». Она тут как подковка и мышка. Сейчас я вам покажу. Сейчас открою и покажу. Вот такая мышка красивая. Не хочет фокусироваться камера. Вот. «Счастье в дом». Очень красивая мышка на магнитик. Либо тоже кому-то, когда будет Новый год, подарить в подарок. Очень вообще клёвый. Мне так понравилась. Она такая красивенькая мышка. Так, давайте сейчас еще вам покажу. А, еще появились сейчас очень красивые всякие тарелочки к Новому году. Я взяла вот с пингвинчиком. Там были лисичка и еще какие-то, уже не помню. А я взяла такую с пингвинчиком. Мне очень понравилось. Такая клевенький такой пингвинчик с белым галстуком. Состав доломит. Очень клевая. Цена вроде бы 77 рублей, что ли, точно не помню. Очень клевая. Мне вот с пингвинчиком понравилось, я взяла. Так, сейчас покажу еще, что взяла. А, взяла вот очень красивую кружечку. Такая кружечка красивая. Ну, давай, камера. Она большая. У нас на сколько она? На 600 миллилитров. Такая красивая кружечка. Тоже новогодняя, кому-нибудь в подарок, если будет очень клево подарить. Или так самому попить. Очень клевое вообще. Пить чайку, кофеек. Мне очень понравилось, я вот взяла. Тоже такая новогодняя. Это снежинка. Вот они, снежинки, носочек, игрушки, колокольчики. Очень клевые вообще. А внутри вот тоже есть подарочек нарисован внутри. Так, давайте сейчас вам еще покажу, что купила. А вот еще набор таких красивых резиночек. Взяла тут две черненьких, серая, салатовая и розовая. Наборчик стоит 55 рублей вон. Так, состав. Их 5 штучек тут. Состав сейчас я вам скажу какой. Состав нейлон эластан. Какой-то эластан. Вот такие красивенькие резиночки. Попробуем, как будет держать волосы. Еще не пробовала. Вот только пришла, купила, и я вот вам решила показать, что купила. Давайте сейчас я вам покажу еще. А, и купила вот такой стаканчик под зубные щеточки. По зубной щетке держатель, стеклянный держатель. Цена его 199 рублей. Давайте откроем, посмотрим, что там у нас. Вот у нас в коробочке вот такой стаканчик. Такой стаканчик стеклянный с держателем. Прикреплять на стеночку. И сюда класть зубные щетки и пасту. Мне он очень понравился, я вот решила купить. Очень клево. Такой хорошенький. На этом все мои покупки. Я вам показала. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. И напишите в комментарии, кому понравилось и продолжать ли мне обзоры на фикс прайс. И я почитаю обязательно и посмотрю, понравилось вам или нет, продолжать мне обзор на фикс прайс и нет. И напишите, кому нравится вообще магазин фикс прайс, кто в него уходит. Я вот иногда хожу покупать, ну вот по всяким мелочам, там какие-то тарелочки, кружечки, потому что в других магазинах, в обычных, это намного дороже, чем в фикс прайсе. Хотя качество одно и то же абсолютно. Я вот даже сравнивала, одно и то же. Фикс прайс просто подешевле, в обычных магазинах подороже.
Я вот иногда туда хожу, вот покупаю. Но еду я там особо вообще не беру почти. Так что всем удачи. Встретимся в следующих роликах. Всем пока.